метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. С вами наш спонсор – торговая сеть «Медвежонок». 29 октября, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус тепла. Днем будет плюс 8. Ночью и утром пасмурно, возможен небольшой дождь. А днем станет ясно. Ветер юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 29 октября – день Лонгина-сотника, исцелителя глазных болезней. В этот день доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. Солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог, говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори. Но родителям пора готовить зимнюю обувку для своих малышей. Торговая сеть «Медвежонок» – красивая и удобная обувь для ваших детей. На этом у меня все. Желаю вам солнечного настроения. До свидания!